Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби, вторая часть. Так, ну что, начинаем, как всегда, с ивента. Мне нужны денежки, ну и хочу, конечно, заработать дополнительные семена. Так, что у нас там? А выбор? Никакого выбора. Отлично, отлично. А зачем мне вот этих дают? Прыгуны, что ли, там будут? Зомби-прыгуны-бомжи, которые, да? Я их так называю. Ну, потому что действительно выглядит как бомжи. А вот, воу, газетчики. Так, 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 подожди, газетчики. Блин. Я же знаю, что у них истерика, как всегда, вечная вот эта вот. Давай, 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 бомби, отлично. Прекрасно, великолепно просто. Норм. Ух ты, и яблочная мортирка. Так, врежем. Так, подожди, а у меня с этой стороны-то никого нету. Давай так сделаем. Тыдич. Норм. Так, а это у нас еще тут фортепиано. Вышел зомби, да? Сыграть захотел тут. Все, отыграл свое. Ага, действительно, бомжи есть, ребята, вон они. Так, а это надо уничтожать сразу. Это надо уничтожать просто на корню. Где он там пиликает? Слушай, у меня есть возможность. Хотя я не буду сейчас тратить. Или потратим? Не, не будем. Пока я не вижу в этом никакой надобности. Вот здесь, пожалуй, надо. Потому что здесь газетчик идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас же съедят, ребята, съедят. Блин, бедненькая моя. А почему? Потому что там не было горохострела двойного. Вот и все. Вот и получи, как говорится, съел мортирку. Кто тут у нас? Опять газетчик идет. Опять, да? Так, яблочная мортира. Огонь, пли. Сдвигает, смотри, 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 что делать. Сдвигает, а? Да сдвигался. А этот прыгнет, здесь у нас никого нету, поэтому ничего страшного не будет. Причем ты заметил, что вот этот вот горохострел, близнец, да? Он бомбит больше назад, чем вперед. А что это он так стоит, даже ничего сделать не может? Неужели мортиры яблочные станут врага? Я, если честно, этого раньше не знал. Но получается, что так. И что же нам отсюда выпадет с тобой? Банановые ракеты, морозный арбуз, ну и 1000 голды. Слушай, ивент вроде бы неплохой. Давай еще разочек сыграем, заодно посмотрим, какой у нас там будет ревард. Ну что, ребята, приготовились? Я думаю, вот так вот сделаем. Ой, а что, больше всего? Они больше у меня... Понятно. Ульта закончилась, ты понимаешь? Теперь вот так вот будем бомбить. А это очень сложно. Если честно, это очень сложно. А что ты не бомбишь-то, эй? А, он же стреляет только когда они подходят, да, вплотную, ребят. Только тогда. Ну ладно. Надеюсь, справимся. А-а-а! Истерику свою врубил. На! Учил? Так, фортепиано идет. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Яблочная мортира. Куда, куда поставить? Тут сюда, наверное. Сюда, вот сюда. И сделать это лучше, наверное, вот так вот. Хоба! Хобана! Блин. Вот это вот, конечно, нервирует меня, если честно. Этот ничего не может сделать. Значит, все-таки яблочная мортира немножко станет противника, да? Это, конечно, хорошо. Ой, не, нормально, нормально все. Вот единственное, что вот этот сдвигает. Бомбанули, да? Бомбанули, все прекрасно. Куда нам, сюда поставить или сюда? Бомжара, бомжа... Блин. А, сейчас его разнесут в хлам. Все, бомж ничего не успел сделать. А яблочная мортира, да. Вот смотри, она бомбит, и все, ребята, его ничего сделать не может. Стоит как вкопанный. Так что это хорошо. А если мы еще вот так с тобой сделаем? Бабах! То они вообще просто в шоке становятся. Стоят все, обалдею. Тихо, я же сюда хотел поставить. Так. Давай, наверное... Еще разок применим.
Вот и все. И здесь же, конечно, победа. Дай-ка мне монетку сюда. Ну и что на этот раз нам выпадет? Солнечный гриб. Банановые бомбы. И 1500 монет. Ну, не так, чтобы хорошо, ребята. Ладно. Все равно на халяву. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Что, что у нас тут происходит? Ага, выполнено. Хорошо. Здесь тоже, да, получаем с тобой 5 гемов и 2 конфетки. Ивент какой-нибудь есть у нас? Ну, только опять же вот этот вот. На 100 гемов. Не хочу, ребята, я его проходить. Он очень долгий, длинный. Давай посмотрим, что у нас вообще с тобой тут есть. Какие задания. Ну, Пенни Пурсуит 100%, наверное, не обновился, да? Все так же по-старому стоит. Ну да, все так же. То есть, ну, на эту... Я думаю, что нет смысла идти на эту вот сложность, ребят. Потому что меня там разбомбят в пух и прах сразу же. А вот на аренке можно глянуть, что у нас. На аренке. Я, значит, на 4-м месте. Так, мы можем с тобой... Сколько у нас? 5 перчаток. Давай попробуем. Правда, я забыл, кто здесь и что. С кем тут вообще воюем. Сейчас нам покажут. Ох, ё. Ох, ё. Ты что? Разве такой отряд? Ну, я не знаю, давай попробуем. Давай попробуем с тобой таким отрядом поиграть. Значит, мины. Мины ставим сюда. Ага, подсолнухи. Блин, вот. Вот фиг его знает. Наверное, еще один поставим сюда. И мину, да? Все, ребят, я вот так вот сделаю. Там уже дальше будет видно, что нам понадобится, кто нам понадобится. Ого. Так, тут, ладно, этот еще идет. Блин, игровые автоматы толкают. Так, ну-ка, вот сюда вот. Не знаю, ребят, что получится-то здесь. Что здесь может получиться? Что-то меня уже, ребята, по-моему, опережает, да, противничек? Хотя мы уже с тобой наверстали. И опять проигрываем. Автомат сломали. Ну, давай, предположим, я поставлю сюда рис. Рис. Ага, тут зомби танцуют. Что-то как-то... Ну, давай так, наверное, может быть, сделаем. Фиг его знает, что тут лучше. О! А ну-ка, нормуль. Вишневая бомба здесь очень даже была кстати. Взорвись. Угу. Так, рис. Мины, мины нужно обратно восстановить. Прекрасно. Что такое, я не могу понять. Ночь, что ли, на дворе? Почему подсолнухи так медленно выдают мне энергию? Эй! Что опять не так с вами? Просто, просто я не дождусь, ребята, когда они мне выдадут энергию. Скорее всего, как бы ночь, что ли, идет. У меня другого объяснения нету. Во-во-во, пошло дело. Ну... Прекрасно. Так, сюда поставить надо будет. Ого. Тихо. Идут, Гаврюша, ты посмотри. Ну. А рисом что-то вообще по барабану, да? Ой, тут еще эти с бочками, блин, ползут. Что за трэш? Ой, меня сейчас тут, по-моему, прижучат. По-моему, сейчас прижучат, ребят. Блин, по полной программе тут жмут. Давай. Блин.
Еще и курицы тут, серьезно что ли, блин? Эй, ну зашибись. Так, пью. Пью, ну предположим, да? Сколько там у нас с тобой? 7 секунд. Ну, в принципе, ребят, я здесь выиграю. Ну, с такой натяжкой. Ого. Гаргантюаха пошел. А у него, смотри, а он что-то вообще на одних этих... На одних мятах хотел сыграть. Как-то... Я думаю, что это глупо. Но это я так думаю. Так, и что же мы с тобой... Сколько кубков вообще нам нужно с тобой, чтобы что-либо получить? Давай-ка посмотрим. Я переместился на третье место, друзья. Ага, если мы с тобой заработаем 16 кубков, мы получим с тобой 20 пиньет. А это, в принципе, возможно, да? У нас 5 перчаток. За каждый бой получаем 5 кубков. То есть 20, да? 25 даже. Но это нужно постараться. Вот эти вот гаврюши мне не нравятся. Видишь, там курятники эти он. Слушай, может быть, поставить все-таки этот? Как его, гриб-то? Или вот лазербин. Как вариант. Да, он пробивает лучом. Ну, нормально так. Вот сиди и думай, либо лазербин взять. И либо... Что я хотел взять-то? А, солнечный гриб. Где он? Где этот гриб солнечный? Не солнечный, вот он. Вместо кого его возьмем? Вместо вишни? Или, блин, я не знаю, ну... Давай так сделаем. Фиг его знает, ребят. Ай, на шару, на шару. Попробуем, короче, с тобой сделать. Поставить сюда 3 грибка. 2, пускай будет 2, хорошо. Говорил, 2. Так, дальше здесь с тобой выставим мины. И боулинг, наверное, да? Раз и два. Поехали. Сразу же мне вот так вот надо сделать. Ага. Давай сюда. Задребезжал, задребезжал, елки-палки. Посмотрим, как лазербин тут хорошо мне поможет или нет. Так, что-то я пока ничего хорошего, ребят, не вижу здесь. Ладно. Будем биться до последнего, да? Будем с тобой биться до последнего. Так, ну, с энергией солнечной пока все хорошо. Никаких, как говорится, нареканий у меня нету. Энергия дается, все, нормуль. Не хватает вот дамага. Вот дамага именно не хватает. Так, вот тут, вот внизу, блин. Друзья мои, внизу дело плохо. Я поставлю, конечно, мину сюда. И здесь тоже как бы не справляется. Лазербин один, но не тянет. Ребят, видимо, слабенький урон. Может быть, вот так вот столько. И что? Давай вызывать. Ну а что делать-то? Ну-ка. Рискуем. Что это за звук сейчас такой был? Ужасный. Ай, курятина еще бежит. Ты, блин, серьезно, а? Ну... Блин, творится-то. Смотри, здесь вообще, ребят, не получается ничего. Пробивает меня. Фараоны пошли. Мне кажется, я зря взял лазербин. Почему-то вот я жалею о том, что я его взял. Серьезно тебе говорю, я жалею об этом, ребят. Надо было, наверное, здесь... А что тут надо было? Электрического взять, да? Ну, тоже бред. Смотри, что творят. Фигня.
Сколько там еще? 37 секунд, друзья мои. Да, тут и до фейла недалеко, если честно. Вон боулинг, видел, как... Пух. Боулинг очень хорошо бомбит. На самом деле. А вот... от риса здесь как-то, ребята, толку мало. Последнего лазербина моего уничтожили. Ладно, я здесь выиграл, но это чудом просто, ребят. То, что противник у меня достался слабенький. Фигня полная, конечно. Фигня полнейшая. Давай посмотрим. Ну, зато две пиньяты я выиграл. Две пиньяты еще ко всему прочему. Так, давай посмотрим. Ага, арахис. И горохострел. Окей. Так, ну что же. Давай еще тогда сыграем. 3000 голды у нас на кону. Твою ж налево, что можно здесь сделать? Как бы такую провернуть, чтобы и урон наносили, и, я не знаю, массовый какой-то урон хочется. Но от кукурузы здесь мало будет толку, я вот более чем уверен. Мало будет толку, и все. Возьмем с тобой этого. Он неплохо себе зарекомендовал. Возьмем мину. Может быть, вот так вот сделать через... через лунный цветок. Или вот так, например. Но опять же взять гриб. Или даже... блин, не знаю, ребят. А может быть... так, кто здесь? А что это такое за сила? Это... что это за растение? Короче, тут горохострел рулит. Ножницы здесь вообще не рулит. А что вот это такое? Я не могу понять. Вот это вот. Сила. Я не знаю, что это. Это я понимаю, это горохострелы. Можем вот этого с тобой взять. И зачем? Тут, наверное, все-таки лучше. А горохострел... ну ладно, возьмем. Хотя нет. Горохострел, этот у нас хоть и горохострел, но на него лучше электрическая мята, согласись. Все, короче, растерялся, как всегда. Начинается у меня вот это вот. А что? А как? Да никак. Сдуемся в очередной раз, вот и все. Горохострел тройной. Но опять же без... опять же без этого, без... ну, солнце гриб придется брать все-таки. Где он тут у нас? Солнце гриб, вот он. Второго уровня еще, к тому же он слабенький. Ладно, попробуем, ребята. Я не уверен, конечно. Я вот взял электрический горохострел только из-за того, что здесь курицы. Только против них, чтобы помогло как-то. Ну вот, предположим, я сюда поставлю и... и мины. Ой-ой-ой, ты... да что? Зашибись. Сделал, а? Почему у меня... ребята, понятно. Оно должно под второй ячейкой быть у меня на автомате. А видишь, я... поменял все. Ладно, что страшного. Что, поехали? Ох, посмотрим, что у нас тут получится. Так, ну, во-первых, сразу энергия нужна. Сразу же энергия. И боулинг. Так, грибы с тобой сзади выставим. Чего-то я опять не вижу, чтобы у меня был какой-то толк, блин. От этих. Ничешан, по-моему, не помогает. И электрический, по-моему, горохострел. Ну, вообще, ребят, не алло. Ты достал там дрынкать, эй. Гармошка, елки-палки. Может, успокоишься там уже? Своим фортепиано наяривает.
И вот эти вот очень-очень сильные зомби. Надо же, прижучили мы его. Да, эти с железными своими колпаками. Да взорвись ты уже, в конце концов. Достал там плясать, наяривать. Очень много сильных вот таких вот мощных, ребята, зомбарей. Вот, может быть, из-за этого и фейл происходит. Ну, не пробить нам их. Элементарно. Не хватает дури, мощи, я не знаю, как еще назвать это. А вот так вот влупим. О, сейчас наверху, ребят, будет трындец, по-моему. Да, я не успеваю ничего сделать. Ну, так вот и столько. Да и то они успели все-таки слопать. Нет, что-то не то все. Все не то, друзья. Не зашло, не, блин. Бесит аж. И опять курятина, да, бежит. Бежала. О, откуда тут пираты-то еще прыгунки взялись? Эй. Все. Кажется, допетрило, друзья, до меня. Как здесь сделать пооптимальнее? Точно. Точно. Сейчас мы этот, я не знаю, с фейлем или выиграем. Потом кое-что сделаем с вами. Надеюсь, все-таки я прав. Должно заработать, наверное, я. Правда, тут, блин, гаргантюаха вовсю шуршит. Воу. Отталкиваем его. Так. Вот этот три стрел тоже здесь вообще ни к чему, ребят. Ни к селу, ни к городу он. Ни к селу, ни к городу. Ладно, слава богу, мы здесь с тобой все-таки вроде бы как победим по очкам. Окей, значит, мы с тобой зарабатываем 3000, да, монет. А он, видишь, через что? Через пауэр решил сыграть. Но, как мы поняли, этот фокус у него не сработал. Так, ладушки. Поехали. В общем, что я хотел, друзья мои, сделать. Смотри. Полностью с тобой меняем сейчас наше растение. Так, берем, короче. Секунду. Я не знаю, редьку стоит брать, редисочку или нет. Короче, берем раз. Это раз. Так, дальше у нас два. Солнцегриб возьмем. Так, а где у нас это растение-то, которое отталкивает? Вот оно, два и три. Вот как-то вот таким вот, ребята, образом хочу попробовать выиграть. Уж что получится, не знаю. Может быть, вот это убрать? А если я уберу, что поставим взамен? Взрывную? Взрывную мяту или вот лава-гуава, например, была бы неплохо, в принципе. Или вишня. Или даже пушка. Поехали, короче, ребята. Твою ж налево, блин. Сделал не то, что нужно. Так, заново. Значит, первым у нас идет... первым идет у нас мина. Можно вот этих взять, наверное. Они будут неплохо отталкивать, наверное. Опять же, не факт. Угу. Плюс. Ну, придется без мята тогда идти. Возьму боулинг. Так, так. Отталкивающие возьмем с тобой, да? Растение, которое толкает. Отбрасывает противников. И последнее — это солнечный гриб.
Вот так вот хочу попробовать, ребята. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. А рис я не взял, да? А рис я забыл. Ну что ж, ничего страшного. Ну, забыл я рис. Что ж поделаешь. Так. Будем вот так вот их, ребята, отталкивать. Что это у меня? А, понял. Что-то, мне кажется, ребята, фейлиться сейчас будем. Тупо на месте. Ну, хотя это только начало. Посмотрим сейчас, к чему это все дело приведет у нас. Не хватает мощей вот у боулинга. Так, давай. Опа, оттолкнем их всех обратно. Оттолкнем их всех обратно. То, что у нас с тобой вот эта вот сумочная катапульта, да, она делает, ребята, массовый дамаг. Это очень круто. То есть она стреляет, да, и в округе наносит урон. Раз, два, три, три гриба. Ну, должно хватить этого, ё-моё. Опа, взорвались хламоны. Или что, или мало? Давай еще поставлю один грибок, так уж и быть. Идите отсюда. Фейлимся, ребята, по очкам. Именно сейчас, в данный момент, у нас с тобой идет фейл по очкам. Не успеваем продамажить. Ну, почти, почти на равных. Но все равно, ребят, фигня полная. Сумрачные бомби. Норм. Дайте мне энергии-то, ёпрсте. Мне нужно... Так, ставим сюда. Опередили, да, нашего оппонента. Но пока радоваться рано. Пока радоваться рано. Поставим сюда мину. Так, энергии. Сюда влупим. Так, этих отталкиваем. Блин, боулинг это, конечно, хорошо. Тут, я так понимаю... Я так понимаю, мне не светит, да, больше здесь удобрений. Все, сказали, пополучал и хватит на этом. Ну, а нет, вот выпало. Давай вот так вот сделаем. Я именно на мины поставил, немножко начало даже подлагивать у меня игра. Так, здесь забираем, забираем. Сюда. Ага, этого не, мы с собой не можем оттолкнуть. Понял. Но зато можем вот так сделать. Ну, где наш массовый взрыв-то? Выиграл. Но счет какой-то такой смешной, если честно, ребят. Я не знаю, как мы так далеко с тобой пойдем. Но, как видишь, три пиньята все-таки я заработал. Ну-ка, давай посмотрим. Ух ты, 20 прям. Да ладно. Готов прокачаться. Так, горохострел. Ну и все. Так, а сколько нам еще нужно сделать побед-то, чтобы получить 20 пиньят? Давай посмотрим. О, еще одну победу, друзья. Еще одну победу. И я на первом месте. Ну что, давай, наверное, протестим еще разок с тобой вот эту вот колоду, которую я сейчас собрал. Не знаю, рентабельная она, нерентабельная. Посмотрим. Поехали. Я не понимаю, зачем мне вот это вот дали? Комок несчастный вот этот. Для чего он мне нужен? Ну, он отталкивает, конечно, но... Не так, как я хотел. Так, выставляем с тобой грибы. И... Два боулинга. Больше мне ни на что не хватит, да? Нет, еще грибок. Ну что, let's rock. Сразу, ребята, активируем, чтобы они выросли.
И чтобы сразу перла у нас энергия. Сюда. Сюда. И вот сюда. Пока будем с тобой еще мины здесь выставлять. Угу. Ну вот что, вот куда вы прете, а? А, так у меня здесь ничего нету, правильно? У меня наверху ничего нету, понимаешь? Они сейчас будут взрываться все. Тут, там, везде взрывы. Естественно, тратятся сразу же мины. Так, стоп, 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 стоп. Давай, наверное, вот так сделаем. И отталкиваем их. Оттолкнули, они там пока замороженные все стоят. Там только треск, хруст. Все ломается у них там, это хорошо. Это мне нравится, что у них там. Блин, вот здесь, ребята, фиговенько все идет. Они в основном, смотри, я заметил, идут поверху и понизу. Посередине очень-очень редко. Эть, не успела, да, моя минка созреть, к сожалению. Ну, блин, тут придется, наверное, помогать. Что там еще захрюкало? Ну, взорвитесь там к ядрене фени все. Нормуль, мне это нравится. Поехала следующая партия бомб. Замечательно. Так, делаем с тобой вот так, отталкиваем их. Вот когда они там стоят, вот это хорошо, ребята. Вот просто издалека их обстреливаешь и все. Угу. Естественно, тут тоже везде мины надо выставлять. Вот они, надгробия. Вот эти вот, с этим надгробием, вот эти вот растения нам нужны. Это, как говорится, самый топчик против них. Ага. Что, активируем? Да идите вы. Там уже этот гаргантюа где-то топчется, слышишь? 30 секунд у нас осталось. Так, я, наверное, вот сюда все-таки поставлю, вниз. Так, сюда влепим. Ты его видишь? А, вон он, ребята, я вижу его. Гаргантюаха идет. Опачки. Давай вот так сделаем. Ай-яй-яй. Тут-то что происходит? Отвалить. Блин, а тут вообще ребята всех съели. Это, видимо, гаргантюаха, да, выкинул своего паршивца. Но все равно, друзья мои, мы здесь выиграли. Мы здесь выиграли, мы с тобой получаем 6 конфет. И, ко всему прочему, сейчас зарабатываем еще 20 пиньят. Вот так. Давай смотреть, что нам здесь выпадет. Кокосовая пушка. 20 семян. Прекрасно. Ничего себе, яблочная мортира. 50, ребята. Офигеть. 40 арбузов. Тоже очень круто, друзья, очень круто. 50 банановых бомб. Ракет. 20 кукурузы. Окей. Так, акки 10 штук. Так, 10 капусты. Чуть-чуть не хватило, да? Ну что же. Что-то как-то быстро, по-моему, 20 пиньят у нас кончилось. Да? Тебе не показалось так? 14 тысяч монет. Что мы с тобой можем улучшить? Лужайку вот эту вот можно улучшить. Но я все-таки лучше вот так сделаю. Ага. Замечательно. И еще есть денежка, да? Можно. Так, картошка, магнит. А есть что-нибудь стоящее, а? Такое, что мне может пригодиться в дальнейшем? Нету? Нету, говорят. Ну ладно, давай тогда потратим с тобой нашу пасту и лужайку. Все-таки мы ей периодически допользуемся.
Вот как-то так. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.